Всем привет, гости и зрители моего канала. С вами, как всегда, Виконста. И по просьбе многих комментаторов, да и сам я так решил немного записать пеший влог и показать вам центр Донецка сегодня. На улице 24 января. Погода, конечно, у нас испортилась. Идет дождь. Второй месяц зимы уже заканчивается. Немного покажу вам центр Донецка, именно бульвар Пушкина, по улице Артёма. Немного пройдемся. Как видите, дорожки расчищены. Красиво, снежно. Такие у нас красоты и прелести Донбасса. Также знаменитая пальма, которая она сделана собственными руками. Гуляя по бульвару Пушкина, вы можете увидеть, что здесь есть исторические стенды, а именно о развитии Донецка. То есть в течение всего времени вы будете подходить и можете поинтересоваться, какая была история у этого города. Эти стенды были поставлены к 200-летию со дня рождения основателя Донецка Джона Джеймса Юза. Так что основной упор сделан на него, и как с 1800-х годов развивался сам город, как его называли, Юзовка, Сталина. Ну и на сегодняшний день это Донецк. Огромный вклад вносят коммунальные службы, а также работники, которые следят за чистотой и порядком в городе Донецке, что немаловажно для самого города и для людей, которые в нем проживают. Так что огромное им спасибо за то, что они делают наш город чище и уютнее. Я думаю, что каждый желает и хочет, чтобы его город стал чище и намного уютнее за счет того, что люди просто перестанут мусорить и следить за порядком и чистотой вокруг себя. Сегодня вкратце, ребята, показал вам центр Донецка сегодня на состояние 24 января 2019 года. Не забывайте подписываться на мой канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить все новые и свежие видео на моем канале. Всем спасибо, что уделили время, всем удачи и пока.